Центр молодежного творчества – площадка, которая никогда не знает тишины. Несмотря на то, что учебный год уже завершен, дети со всего города спешат сюда, чтобы провести интересно и весело свободное время в оздоровительном лагере. Вот уже много лет подряд летом спасатели посещают учреждение, проводят для ребят мероприятия профилактической направленности. В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» проводится встреча с детьми, которые оздоравливаются в лагерях. Это уже ежегодная такая встреча. Мы ежегодно на базе Центра молодежного творчества проводим такое мероприятие с целью привития, воспитания основ безопасности жизнедеятельности нашему подрастающему поколению. Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику пришелся по нраву ребят. Закрепить полученные знания позволила комплексная эвакуация. А далее действие продолжилось уже на площадке перед центром. Здесь мальчиков и девочек ожидало знакомство с пожарной техникой. Наши дети, может быть, даже знают больше, чем взрослые. Даже и сегодня, когда спрашивал у наших детей номера службы спасения 101 и 112, они громко, уверенно отвечали, что они их знают. Я уверен, что не каждый взрослый знает, что есть еще один номер службы спасения 112. Игры, конкурсы и традиционная водная феерия подарили ребятам не только яркие впечатления, но и большой багаж знаний, которые мальчики и девочки в случае чрезвычайной ситуации смогут применить на практике.